Ну, это у нас будет главный вход с пандуса прямо. Сюда заезжаем в школу, вот в это помещение, в тренажерный зал. Видите, установили новые двери пластиковые. Они достаточно широкие. Сегодня будущий адаптационный тренажерный зал готов на 80%. Директор спортивной школы отмечает, ранее невостребованные помещения изменились до неузнаваемости. Кстати, работать с инвалидами в школе уже не впервой. У нас группа спортсменов глухих занимается уже давно-давно. Есть хорошие результаты. В общем-то, если кто следит за спортивными результатами, что знает, что есть и чемпионы России, призеры России, и даже есть участники Олимпийских игр среди глухих спортсменов. 2 миллиона рублей из областного и федерального бюджетов выделено на создание доступной спортивной среды для инвалидов в Благовещенске. Часть средств пойдет на постройку пандусов в бассейне Белогорья и установку там же подъемного механизма для пловцов с ограниченными возможностями. А в эту спортшколу еще закупят особые тренажеры. Ну а чтобы усилия не оказались напрасными, поработать придется не только властям, но и общественным организациям инвалидов. Мы будем сейчас от них требовать, чтобы они вели работу, чтобы эти помещения работали с утра до вечера, чтобы здесь именно находились люди, которые где-то сейчас сидят, и просто у них есть свободное время, но они стесняются или не знают, что есть такое место. Инвалидов, занимающихся спортом, понемногу, но все же становится больше. И власти уверены, благодаря федеральной программе «Доступная среда» результат улучшится в разы. Ведь только в Благовещенске в этом году будет работать уже 6 адаптированных залов. Ольга Туманис, Денис Лугов, программа «Город».